Ученые выяснили, что представляет для человека максимальную опасность. Это одиночество и социальная изоляция. К такому выводу пришли американские психологи из университета Бригама Янга. По их мнению, воздействие этих факторов на население растет с каждым годом и может представлять национальную проблему. Взаимоотношения с другими людьми – это фундаментальная потребность человека, которая важна как для психологического благополучия, так и для выживания. На данный момент 42,5 миллиона взрослых американцев старше 45 лет страдают от хронического одиночества. Согласно результатам переписи в 2014 году, более четверти населения живет в одиночестве, а более половины граждан не состоят в браке. Также ученые выяснили, что прочные связи способствуют 50-процентному снижению риска ранней смерти. А вот социальная изоляция или одиночество, напротив, увеличивает риск преждевременной смерти. Причем в большей степени, чем многие другие факторы, включая ожирение. Специалисты считают, что система здравоохранения должна учитывать влияние социальных связей на здоровье населения.